Всем добрый день моим друзьям, подписчикам и гостям моего канала. Если вы не любите тыкву, то, возможно, готовите не те рецепты блюд. А я сегодня поделюсь с вами своим любимым рецептом приготовления тыквы и буду очень рада, если кому-то из вас этот рецепт тыквы придется по вкусу. Для начала я возьму тыкву, разрежу ее напополам. О, какая ярко-оранжевая, спелая, ароматная. Имеет такой нежный тыквенный запах, отдает немного даже дынькой. Тыкву я освободила от семечек. Снимаю кожицу. Пробую, чем же удобнее снимать кожицу с тыквы. Ножом получается много отходов и подольше. А я попробовала вот такой вот овощечисткой. Мне понравилось. Ой. Раз, два и готово. И все готово. Очень даже удобно. Очень хорошо. Быстро получается. Шкурочка тоненькая срезается. Отходов мало. Как хорошо меня выручила овощечистка. Такую большую тыкву я почистила. И очистка всего вот. Все перед вами. Все это видно. Очистки получились тоненькие. Отходов получилось совсем мало. Замечательно. Очень мне понравилось. Сама себе радуюсь. Сначала я приготовлю сметанный соус. Сметаны возьму 200 грамм. Порежу зелень. У меня есть укроп и петрушка. Добавляю зелень в сметану. Посолю адыгейской солью. Поперчу перчик черненький. И добавлю аджику классическую. Немножечко вот так вот. Можно добавить паприки сладкой, но у меня ее пока нету, поэтому я добавляю аджику. И через пресс я выдавлю чесночка. Чесночка жалеть не буду. Здесь чесночок придаст такую пикантность этому блюду. Все хорошо перемешаю. И оставлю в стороночку на некоторое время. И я нарезаю тыкву брусочками, кубиками, как получится.
Это очень вкусная тыква, называется сорт «Гитара». Она имеет ярко-оранжевую окраску и такой приятный тыквенный аромат. На хорошо разогретую сковороду я добавила 2 столовые ложки оливкового масла. Сковорода должна хорошо разогреться. Я добавляю тыкву. Тыкву я обжариваю в течение 5 минут. Добавлю сметанный соус. И все хорошо перемешаю. Добавлю чуть-чуть водички, ну, примерно грамм 30-40, вот так вот. Накрою крышечкой и пусть минут 5 потушится. Какое получается ярко-оранжевое, красивое блюдо. Тыква в сметанном соусе готовится очень быстро и просто. За счет чесночка и адыгейской соли получается пикантный вкус. Очень яркое и красивое блюдо и невероятно вкусное. Приятного всем аппетита! Это прекрасный гарнир и отличный ужин. А еще я заварила липовый чай. Какой он красивый у меня настоялся. Сразу вспоминается лето и шикарный аромат липы. Бесподобный вкусный чай. Я всем желаю приятного аппетита. Всем крепкого здоровья и отличного настроения. Всего всем самого доброго и до скорых встреч. Пока-пока!